По игре в целом неплохой матч. Было много мужской борьбы, жесткой, агрессивной. Это не был матч перед отпуском. Это был матч, где мы хотели победить. Все настраивались. Было очень серьезное отношение ребят к делу. Единственное, что не получилось сегодня, это забить. Команда старалась. Ребят мы поблагодарили за желание, за самоотдачу. Не хватает немножко мастерства нам в атакующих действиях. У крыльев момент есть, они реализовали. Мы, к сожалению, не смогли сегодня реализовать то, что создали.